Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru я расскажу, как отбелить купальник. Купальники в основном у нас идут цветные, и отбеливать нужно не только белые купальники, но и цветные, потому что даже цветные купальники, вне зависимости от цвета, они портятся от стирки, они портятся... Например, если вы на море, да, от соленой воды, либо в бассейне это от хлорки, это попадают на купальники солнцезащитные средства, пот, песок. В общем, они очень сильно портятся, но, конечно же, всем хочется, чтобы они оставались как можно дольше в отличном состоянии. И их нужно, конечно же, отбеливать. И делать это нужно очень аккуратно, как и в принципе нужно очень аккуратно относиться к стирке купальников. Например, если вы стираете их в стиральной машине, то нужно их лучше всего стирать в специальных мешочках для стирки и при деликатной стирке. И без отжима обязательно, чтобы они не скручивались, не отжимались, потому что это очень плохо. И как же мы будем отбеливать купальник? Нам понадобится небольшая емкость. Мы кладем наш купальник в эту емкость, и очень простое, но эффективное средство заключается вот в чем. Нам понадобится 1 столовая ложка обычной пищевой соды. Высыпаем. Также нам понадобится шампунь для волос. Лучше всего, если этот шампунь будет для жирных волос. И также небольшое количество, немного совсем достаточно, потому что он очень хорошо пенится. И весь этот раствор мы заливаем водой, но горячую воду использовать нельзя, потому что купальник тем самым может испортиться. Смотрите, чтобы температура воды была примерно 30 градусов. И заливаем купальник этой нашей водой 30 градусов. Полностью, чтобы купальник у нас был в воде. И оставляем наш раствор примерно на 2 часа. После этого руками вы прополаскиваете купальник и раскладываете на горизонтальной поверхности, но смотрите, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Оно было снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта mashmaster.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего дня и пока!